Наша земля богата такими талантами, как мастера прикладного искусства, спортсмены и артисты. Один из них проживает в селе Жайылмаз Расулского района. Мастер по изготовлению домбры, имеет стаж почти 40 лет. Балтабай Даурбеков, с детства увлекавшийся домброй, открыл небольшую мастерскую у своего дома. Стоит отметить, мастер изготавливает необычные формы музыкального инструмента. По его словам, заказов поступает много. Заказывают как обычные, так и те, которые имеют специфичные формы. Чтобы изготовить такую домбру, уходит неделя. Также он добавил, что таким образом он пропагандирует значимость музыкального инструмента. Занимаюсь я этим с 1985 года, то есть почти 40 лет. Признаться честно, это не просто ее изготавливать. Это целое искусство. Я делаю как большие, так и маленькие. Спрос у меня большой.